номера такие. Какой номер у меня тут красивый. Отдыхаю в отеле. Что ленивая сегодня куда-то идти-то. Я ходила, вот купила там в Брешке себе в шортики. Купила. А. Кофточка с клубничками. Ну и шортики с карманами такими большими. Тут карманы впереди. Красненькую мальчику. Ну, особо много ничего не покупала. Ну вот, еще хочу духи купить. Дюфри. Уже вкусненькие там уже себе нашла. Вот. Сейчас скоро на спа пойду. Вот там. Буду буль-буль, короче. Приехала посмотреть клуб. Сегодня дождь. Иду посмотрю клуб. Это Испания. В Испании. Как лошади живут. Я лошу для мужа хартамин пара локарина сендо лос конкурсов. Pero las utilizamos también para montar viajes, aunque cuando hace buen tiempo, obviamente, las utilizamos. Esto es muy grande. Entonces, los ayudamos un poquito con eso. Pues te digo que lo tenía practicado, ¿eh? Que son todos muy buenos. Muchas gracias. Пришла греться на спа. Короче, на мне высохло. Саму как самолет ждать не будет. Видите, как там огоньки горят? Это там кладбище. Вот я иду. По дороге все освещается. Что-то дождик немножко идет. Перед сном прогуляюсь. Не, обычно у них там, в прошлый раз, когда был Хэллоуин, тут все вообще, вот эти огоньки там, такие вот горели, вот.
Сейчас снимут меня, говорят. Ну, до отеля еще 2 км. Ну, нормально сейчас. Прогуляюсь. Вот, они говорят. Сейчас даже перейду дорогу, чтобы показать. Так, вот на кладбище они такие говорят кругом. Такое. Ну вот, это в начале. У них что ли традиция такая, ну, в темноте не видно. И это мне на ту сторону обратно надо перейти. Блин, чё темно так? Темно реально не видно. Вот камера не передает это, этого вот огоньков вот этих таких. Просто темно. Фонари тут не горят. Ладно. Я почти уже дошла. Вот такой вот уже центр какой-то вот. Иду. Духи себе купила. Пахучие такие классные. Дьюти фри. Вот. Ну, сейчас еще чуть-чуть осталось. Там уже где-то. О, ура! Я дотяпала в отельчик. И все темно тут, блин. Вука-вука. Надеюсь, на ресепшене там не спят. Буду будить. А вот тут уже и машин дофига стоит. Так. Все, спать хочу быстрее. Все, что ли, спят? О, львенки, привет. Красную дорожку уже постелили. Где же это дверь? Блин, что я туплю? Ай. Опять. Я забыла, какой у меня номер. 213. О, я добралась. Фух. Все, где кровать? Хороший номер такой. Соскучилась. Ты чё? Разве? Наконец-то своего любимого вот этого мальчика залезла. Он в яблочко такой поправился. Да, мой любимый мальчик. Соскучилась. Ай, хорошо. Усасть. Ну и шасть. Хороший мальчик. Яблочки такие на нем. Прицепила, короче, такую штучку. Хотя ни разу не цепляла. С ней, кстати, вообще управляется. Супер. Теперь в эту сторону. И все. Кукуська. Носечка. Пусть усостик мой. Ну, усостик мой. Уйди, уйди, уйди. Я. Пойдем. Хорошо. А тут аккуратно на мою штучку не наступи. Аккуратно стой. Назад. Там ключи упали. Сейчас все, стой теперь. Сейчас я ее... Стой, стой, хорошо. Отлично. Вот. Ой, жилетку свою упустила. Ой, моя курточка. Любимая. Моя Люся. Моя любимая, может. Теперь чухаться в нее. Вот так, вот так. Пошли. Идем. Давай. Идем.
Ты хороший мальчик. Иди, иди ко мне. Разворачивай. О, на солнышке стой. Вот так. Тут классно получается. На солнышке. Да. Он красивый какой. Красивый.